Привет, друзья! Привет! Мы сейчас едем всей своей бандой в прекрасное место, озеро, которое называется Парзлич. По пути нас вот ведет такая замечательная дорога, немножко трясет нас и вас с нами. Но какая красота, смотрите, деревья, воздух, просто превосходно. Решила снять вам немного дороги, а потом еще само озеро. Конечно, дорога здесь не из лучших. Ну да, в том году мы здесь были, то ямы были огромные, а сейчас там щебень или что-то такое насыпали. И более сравнительно менее трясет. Ну, ехать можно. Целый бусик едет людей. Нравится вам? Не очень. Ой, ой. Ладно, больше нет. Вы посмотрели, где мы едем, в каком красивом месте. И теперь я буду снимать уже само озеро. Ну вот, мы приехали здесь, сейчас платим за парковку. И будем тут кайфовать. Здесь вроде бы пасмурно, но солнце на глаза давит. Подходим к этому все. Красиво, смотрите, дети в шариках. Как красиво, и туман сзаду идет. Но там есть еще место, где можно заниматься таким экстремальным, типа, ну, парк развлечений. Что, пошли туда искать наших других? Рыбалка запрещена. Да, да, и мотор.
Что там варят? Я пойду посмотрю. Может, накормят бедное голодающее лицо Кати? Ага. Они что-то готовят, да? Я тот раз, когда была здесь, там в земле что-то готовили. Что? Дырка в земле была. Это тоннель. То есть там семьями приезжают сюда. Угу. Ой, как круто. В том году вот этой части не было, Сак. Вот это, видишь, новое строят. Вот это новое строят, да. Да. Ужас. Красиво это как. Что? Что есть? Влада видели. А. Звезда. Да, он сегодня. А? Куда? Да нет, ты что? Не-не-не. Я не экстремалист. Ты же знаешь. Тут шашлычком пахнет везде. Какие интересные места. Еще эти пулпулак такой сделали. Прикольный. Рыбка здесь лежит, ждет, пока ее приготовят. Красиво до безумия. Еще здесь есть, пока ребята там решают, кто будет как на этот вот, как он называется, ну ладно, вы поняли, вот так лететь. Еще здесь покажу, там тир есть, батуты для детей. В том году в тире, ну, пользовались тиром, короче, так скажу. А? Да? Сейчас. Ну что решили? Что решили? Водичка вкусная очень. Я уже пила, пока вы это. Я пила, как ты сказал, очень вкусно. Ну и что? Как всегда, Катя цветочки замечает. Он там длинный, да, стол. Угу. Сразу спрашивай мне Wi-Fi. Давайте вот тут возле воды ближе, не? Вот тут. Там ты. Багать.
Окей, давай. Милый, можно выйти, я туда зайду? Тут такие цветочки, друзья, вот тоже. Я буду кофе. Чай? Нет. Чай, кофе. Люка, чай. Я воду, джуз. Нормально. Да. Нормально, да? Да. Что есть там? Я не против. Друзья, мы там попили чай все вместе. Этот раз мы с Сако собираемся приехать через месяц сюда на отдых, в Дилиджан, на пару дней вдвоем. Вот, поэтому на лодке не плавали, потому что много было занятых лодок. А частично наши ребята там идут. Плавали. Хочу подойти, снять немножко еще для вас вид. Очень-очень красиво. Хочу еще фото сделать. Люди веселятся. Какие-то прикольные ребята. Шарик прикольный, да? Воздух, да. Воздух вообще идеальный здесь. У меня от этого зелени этой. 12 августа, если вот этот праздник будет 12 августа в этом году, получается суббота, воскресенье и понедельник. То есть понедельник тоже не рабочий получается. Идеально. Можно ехать пятницу это вечером аккуратно. Посмотрю я. Да, можно поехать даже утром рано. В субботу, да. Но это все надо заранее забронировать. Уже надо забронировать. Да. Если вот 12 августа... Посидим вместе, поговорим. Да. Сколько народу, да, ребят? Спасибо. Ха, как? Спасибо.